Вдавленный перелом лобной кости со сдавлением головного мозга, ушиб головного мозга. Это снимок 6-летней девочки. Она выпала из окна первого этажа. Несмотря на маленькую высоту, получила серьезные травмы. По статистике, ежегодно в России из-за таких случаев погибает до 600 детей. В нашей республике уже в этом году есть 4 смертельных случая после падения с высоты. Буквально каждый день, каждую неделю случаются такие травмы в городе Уфе и в городах и селах Башкирии. Чтобы избежать трагедии, врачи рекомендуют не оставлять детей без присмотра. Большинство несчастных случаев происходит именно тогда, когда малыши остаются одни. Также следует отодвинуть от окон мебель и не полагаться на москитные сетки. Нередко дети выпадают вместе с ними. По возможности на окнах установить специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть их самостоятельно. Стоит отметить, что к трагедии может привести не только падение с высоты. Зачастую родители покупают детям гироскутеры и мопеды, задумываясь о безопасности. Два ребенка вот за последние несколько месяцев погибло в ДТП вот именно на скутерах, то есть 14-15-летние подростки. Они вот правила дорожного движения не изучают, ездят, большинство ездят, зачастую ездят без шлема. Ничего не бояться. Как уверяют медработники, если даже помощь будет оказана своевременно и ребенок выживет после полученных травм, он, скорее всего, останется инвалидом. Рустам Нуреш, Александр Кузнецов, городской телеканал ЮТВ.